Трактор – это серьезное оружие. Да, современная российская система ПВО, например, комплекс ТОРМ-2, способен эффективно бороться и уничтожать эти цели в зоне своей ответственности. Но для этого надо иметь такие комплексы, во-первых. Во-вторых, обученные боевые расчеты. Ну и, разумеется, комплексную систему ПВО. Вторая Карабахская война наглядно показала эффективность Байрактаров. Армения, которая совершила вооруженную агрессию против Азербайджана, полагаясь на... Давайте не надо, давайте а? Не будем, ну, давайте, давайте о хорош. Донбассе говорим. Хорош. Да. Да, давайте скажем, что у нас в студии присутствует лоббист, который предлагал отправить две российские десантно-штурмовые дивизии воевать за армян в Карабахе. Это кто? Это неправда, вы врете. Так, всегда. Ладно, Затулин. Уважаемые я коллеги. Я Короченко не говорил. Помолчите. Уважаемые коллеги. Уважайте другое мы мнение. Сейчас вы не в Ереване, господин Затулин. Успокойтесь. Поэтому помолчите. Давайте так, мы не в Ереване. Я и не поверите, не мы не в Баку. И уважайте чужую почему точку зрения. Вы врете. Помолчите, Затулин. Мы говорим о Донбассе, а не о вас. Вы сказали, нет, что Донбасс. Я предлагал кого-то кого направлять. Вы лоббируете, это поэтому вранье. Замолчите и слушайте, что я вам и послушайте. Другим зрителям послушайте. Скажу. Итак, прекратите, принципиальное говорите, отличие всей ситуации на постсоветском пространстве, то, что про вас Жириновский уже все сказал. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.